Здравствуйте, уголок садовода рад всех приветствовать. Вот 9 октября, такие огурцы у нас живучие висят. Так, соберем. Давай соберем. Ну, раньше приехали засветло и увидели, что красавцы, еще огурцы есть. Да, сейчас салатик сделаем. Они не мягкие, они вот плотненькие, хорошенькие, гречки самые настоящие. Выращивайте с любовью, как говорится, да? Для вашего здоровья. Во, отлично. Теплючка какая у нас. Пристеночная, тепленькая, видимо. И несмотря на то, что у нас бутылки. Бутылки, да, бутылки греют, аккумулятор тепла. Да. Да. Ну, покажите ваш урожайчик. У нас тут был еще капельный полив включен. Надо сейчас выключить. О, отлично. Ну, кстати, у нас есть и старые огурцы, они тоже выжившие. Вон там, это для курочек. О, это здоровенький. Ух ты, ёшки-матрёшки. А, вам не видно? Но тут вообще огромные, короче, калибры такие. Как кабачки. А вот здесь нам. Ладно. Все вот тут висит. Хорошо. Вот, красавчик. Тут плохо видно висит. В темноте уже. Смеркалось, как говорится. Ладно, вырастите с любовью. Мы так чисто коротенький видос.